Дорожная милиция выясняет подробности аварии в Жабинковском районе. Накануне вблизи деревни Теляки в мелиоративный канал опрокинулся автомобиль «Пежо». В салоне находились двое человек – бабушка и ее внучка. Сообщение о ЧП поступило на горячую линию МЧС. На место незамедлительно выбыли спасатели. Бойцы вскрыли дверь и вытащили 63-летнюю женщину и 5-летнюю девочку. Они не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.